Тамара Матускова в 2007 году купила квартиру за 1 миллион 700 тысяч рублей в строящейся многоэтажке. Дом до сих пор не сдан в эксплуатацию. За 10 лет в кресле директора строительной компании побывало 3 человека, заводили уголовное дело. Ущерб обманутым дольщикам составил 254 миллиона рублей. Руководитель фирмы за мошенничество теперь находится в колонии, а семья Матусковых по-прежнему в старой квартире. Это ненормальные сроки, ненормальные суммы. Если человек у нас украл буханку хлеба, ему дают 8 лет, а если у нас 254 миллиона украли, люди и без квартир, и без денег, и мошеннику 3 года. Ну, у всех есть, да, подумать над этим. В Тольятти ситуация еще сложнее. Как пример, многоэтажка на 350 квартир, где Светлана Акманцева купила жилье. Компания строит ее непобедными темпами уже 15 лет. Последние 4 года работы на объекте вовсе не ведутся. Многие обманутые дольщики за это время стали пенсионерами. Некоторые вложили в новостройку все, что у них было. Мы сейчас даже не сможем собрать деньги на доплаты. Мы уже отказались от чистовой отделки, как было предусмотрено в договоре. Поэтому у нас единственная надежда на помощь властей, государства. Выяснить ситуацию и расставить все точки над «и» с нарушениями в строительном бизнесе региона сегодня попытались в Общественной палате Самарской области. За круглым столом собрались обманутые дольщики, крупные застройщики, департамент строительства Самары, прокуратура и общественники. Пока имеется хотя бы один объект, по которому не решена проблема, ситуация все равно острая. Это люди, которые вложили свои средства, которые не получили жилье. Есть общие принципы, по которым необходимо решать эту проблему. И то, что власть, если она заинтересована в решении этой проблемы, это уже положительный тренд. А дальше сами направления решения этой проблемы согласовываются и выполняются. Предотвратить появление новых обманутых дольщиков поможет специальный фонд при Федеральном агентстве ипотечного жилищного кредитования. С этого года застройщики станут отчислять в него по 1% от стоимости своих объектов. Это позволит создать финансовую подушку безопасности для дольщиков. Новая структура должна взять на себя обязательства по предоставлению квартир участникам строительства. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин. События.